обязательно. Сейчас начнем. Именно это хорошо, я помню, да, издатель, все помню. Ну хорошо.
точка P4 зависит от точки P4. Да. Отображение P4, P4. Наверняка по такому отображению, как он можно построить, кольца. Thank you.
это значит будет каким-то алгоритмом использоваться. Вот, ну ладно. Ну, это тоже полезно, то есть прямое вычисление проделать, лучше что-нибудь проделать. А сейчас просто можно воспользоваться критерием, только отца Сильвестра, да, например, вот этот определитель это 0, вот этот определитель это тоже 0, да, и вот этот определитель там либо 1, либо минус 1, да, он будет, соответственно, все вокруг будет либо 1, либо минус 1, либо 1. Сильвестра, правильно. Поэтому, если тут правильные знаки подобные, значит, в этих многообразиях должна быть одинаковая сигнатура. У них, конечно, одинаковые белые характеристики, потому что единица. Ну, значит, мы сказать, их, если мы хотим различить, если мы доказать, если хотим доказать их бардан, то какие-то происходили способы. Значит, эти способы это чисто Пантелеевы. Ну, давайте простейшие, число Пантелеева будем честно, а остальные просто. Скажу, что это будет более свойственно для доказательства. Простейшее число Пантелеева, число Пантелеева ориентированного четырехмерного многообразия. Это целое число, которое равно вот чему. Значит, мы на нашем многообразии рассматриваем. Не забудется. Значит, первое число Пантелеева в четырехмерном многообразии. Тройку. Это алфавит. Вот. Который имеет ранг не единицы каждой точки. Сейчас помню. Мы хотим построить тройку этого алфавита, имеющих ранг не двух, имеющих ранг не двух каждой точки. То есть мы не выдерживаем синизм, а такой синизм. Ранг падает очень сильно. Вот. Нужно попробовать построить препятствие к существованию такой тройки полей, сообразить, что препятствие не будет конечно количество точек одинаково. Ну, это и называется сопротивление. Вот. Это полезно все подумать, я говорю, надо как-то попробовать или получится это как. Как угодно, я думаю. Ну, короче, можно и через общее положение, и специально. Thank you.
Включай следующий. Ну, что-то не работает. Мы можем взять тройку, парировать в это положение. Когда каждая двойка парирует, тоже очень правильно. Его
разрушения типа того, что кросс-контрейдинга, там, до квадрата, до куба, то есть, вот, да? Ну, понятно. Вот, внутри этого второго, там, если посчитать, что у вас плохого, соотношение, если только он был, да, просто. А, если берет себе класс фигуриды, по-моему, 2, то получит 2, а если целочисленный, то может 5 целочисленный. Поэтому это будет правда. Конечно. Нужно получиться третий класс. С третьим тоже такая ошибка. Ну, два поля будет 2.
прочего, непонятно. Может получиться. Вот. На самом деле, конечно, для перепутов, там нужно четвертый, это вот сразу не на трех определяться, но это все равно. Для тройки с рамками меньше двух все-таки должен получиться интересный характеристический глаз, который как-то через класс смотрели выражается, поэтому то, что не получилось, это как плохо. Вот все-таки да, для четвертого с рамками не трех не получится сделать через общее положение. То есть у нас есть матрица 4 на 4, да? Даже проще не будет, да. Может и будет. Вот. Нужно как бы, ну, условие того, что рамка не трех, это то, что один из определителей и три модели больше нет, да? То есть таких определителей 16, но сколько из них там линейно или как-то функционально независимо. Можно собрать. Если не получится, то сейчас мы к классным контрактам будем относиться аксиоматически.
для чрезмерного газа он определяется как препятствие к строению пуля. Почему цифры именно такие? Ответ, что цифры можно брать любыми, когда получится много.
черный шаг в сторону доказательства свойств программизма. Значит, там мы использовали некоторые теорему отделимости. Стоило ожидать, что сигнатура тоже равна сущности.
быть, подавает образующий, но можно было бы это не... Да, собственно, можно было бы это не делать, даже если он был не образующий, то все равно коэффициент, который для него, коэффициент этого, тот коэффициент, который всегда. Согласен? Все равно интересно понимать, что это подавает образующий, и интересно понимать, что на самом деле вещи размерные, это многообразие, глубоко очень нет. Настоящего. Группа номер один, еще одна многообразие Z повторяется. Вот. Ну, а то, что, то, чем мы пользовались, так это соотношение для восьмерных многообразий. Ну, на самом деле, соотношение вот такое. Его можно проверить, а также не только проверить, а найти. Да? Я помню, при этом сообразив, что числа по трейдингу друг друга два, поэтому можно считать это многообразие, правда, уже для таких независимых. Здесь то, что неизвестно, мы же для сферы было считать на выборах. Ну да. Значит, тут, конечно, нужно считать вот для тех самых, которые потом проверили, то есть цикл 4, цикл 2, цикл 2. Ну, опять же, такое вот небольшое количество упражнений это полезно, так считаете, там. Значит. Ну, а для общего случая, значит, можно сказать пока только что-то такое, да, что сигнатура не выражается согласно числа спонтанно. Да? То, что не выражается, это просто потерял только по полноте числа спонтанно. Почему? Ну, потому что да, есть свободный часть группы проигрывания на кавалину, да? Thank you.
режиссера сказал, что хотел, потому что